Рождение первенца – особое событие для всей семьи. А родителям, у которых первый ребенок появился на свет с 1 января этого года, положены государственные выплаты. Такое распоряжение, напомню, дал президент России Владимир Путин в декабре прошлого года. Как получить это пособие, нашей съемочной группе рассказали в Люберецком управлении соцзащиты. В Люберецком округе такой возможностью пока решили воспользоваться 38 человек, а двум люберецким семьям уже назначена эта выплата. Отметим, пособие выплачивают до достижения полуторагодовалого возраста малыша. Условием получения данной выплаты является наличие двух аспектов. Первое, что женщина должна, должен у нее первый ребенок. И он должен быть рожден с 1 января 2018 года. Выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка, если заявители обратились в течение первых полгода. Если они обращаются позже, то выплата будет назначена с момента их обращения. Обратиться за выплатой может один из родителей. Заявление необходимо подать по месту жительства в учреждение социальной защиты населения. Главное условие – доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, которая установлена в Московской области. На данный момент это 19 719 рублей. Сама же федеральная выплата сейчас составляет 11 522 рубля. Для назначения дара меры соцподдержки необходим следующий пакет документов. Это свидетельство о рождении, это свидетельство о браке или расторжении, это документ, подтверждающий место жительства на территории городского округа Люберцы, и справки о доходах родителей за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. За оформлением пособия в связи с рождением первого ребенка в 2018 году пока можно обратиться только в Управление социальной защиты населения Люберецкого округа. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.